Здравствуйте всем, привет всем, ребята, дамы, господа. Как уже многие знаете, мы вызывали врача, мы вызывали доктора, приехала женщина взрослая. Вот, мне взяла тест на коронавирус, на ковид взяла тест. Вот, там был зонд, гинекологический зонд. Вот, им взяла мне тест, в рот мне его пихала и в нос. Вот, взяла тест, мы пока не знаем, у меня есть, нет вирус, но на всякий случай я ем под одеялом, потому что, чтобы микробы не убежали. И каждый край одеяла мы аккуратно застилаем, чтобы, ну, смотрим, чтобы не было такого, чтобы микроб выскочил. А если правда у меня микробы, если правда вирус, так что обезопасимся. Когда я хожу по дому, я рот закрываю. Когда я под одеялом ем, я рот открываю, потому что есть-то надо. Вот, так что надо есть под одеялом, чтобы микроб не сбежал. И смотреть аккуратно все края одеяла, чтобы никуда не пробежал. Вот так, ребятки. А если все-таки есть, я ж не знаю. Сегодня я под одеялом буду есть сосиску в тесте. В тесте слоеном, кажется. Да, мило, слоеное? Тесто слоеное? А? Полуслоеное. Ну, слоеное тесто. Вот так, ребятки. Если у вас вирус, например, или микробы, или бактерии какие-нибудь, разницы нету. Надо есть под одеялом, чтобы они не сбежали, чтобы остались при вас. Они попрыгают, попрыгают и обратно у вас залезут. Вот и все. И вы никого не заразите. Например, вы начнете открывать рот, когда есть будете. Они выпрыгнут, посмотрят то, что некуда бежать под одеяло, и обратно залезут, так что вы никого не заразите. Вот так вот. А представьте, вы будете где-то есть там на кухне или в комнате. Рот откроете, а микроб прыг-прыг, и все. Их там много микробов? Много останется в вас, а много выпрыгнут. Вот. Сосиска в тесте. А то прыг-прыг и все. Просто у меня температура 39 была. Ну, потом мы ее сбили, парацетамол пил. Парацетамол на аллергин, и стало 38,8. Ну, и потом 37,7 стало. Вот. Мы вызвали врачей, они взяли на ковид. Вот. Я специально под одеялом ем, чтобы не выпрыгнул микроб. На всякий случай. Обед под одеялом, сосиской в слоеном тесте. Очень вкусно. Сейчас мы подождем, если микроб правда выпрыгнул, сейчас он залезет обратно, увидит то, что выхода нет с под одеяла, и все. На всякий случай надо маленько подождать. О, увидит микроб то, что я рот меньше стал открывать. Ну, сейчас я когда разговариваю, открываю, и потом раз запрыгнет. Так что так. Чтобы никого не заразить. Лайфхак, ребятки, от Руслана Гетельмана, чтобы не заразить никого. Чтобы когда есть. Потому что когда вы ходите, вы рот закрываете, и получается микроб не выпрыгивает. А когда вы начинаете есть, микроб выпрыгивает. Вот, и вы ешьте под одеялом, чтобы микроб попрыгал, попрыгал и обратно забежал у вас вот так вот. Вот так вот.
Да и тепло, и хорошо, и приятно, и уютно. Вообще так классно здесь пододелано. Как домик целый. Вот так вот, все, мне кажется, микроб уже запрыгнул. Все, всем хорошего настроения, счастья, радости, удачи, успехов. Микроб, кажется, запрыгнул ко мне в рот обратно. Все, так что я не заражу никого.